сигануть в него. Хорошая гонка, набрали темп, большая трасса, темп сумасшедший, на 417 километре перевернутый петрансель, конечно, опасная дорога, очень опасно было, самый длинный участок 560 километров, очень тяжело было угнаться за нашими фаворитами, но в принципе удалось удержаться, я думаю, результат будет очень хороший, результат точно сегодня первой тройки. Казахстан, алга! Аруах болдасын, Казахстан! Суперский, просто офигенный спецучасток, скоростной, техничный, очень, я бы сказал, достаточно сложный для штурмана. Были некоторые места, которые неоднозначно читались, просто приходилось их по наитию проскакивать. Ну, всегда находили нужную дорогу, нигде не блудили, колес не пробивали, всех обгоняли. Догнали уже в конце Васильева с петранцелем, уперлись в пыль Васильева, петранцель перевернулся. Его остановился переворачивать лёб. Васильев проскочил, мы за ним. Догнали Васильева, но тут начал стучаться в заднюю дверь Депре. Ну, мы его культурно пропустили, и дальше там эти 50 километров там на них пыли. Ну, поскольку хороший темп у всех, мы даже не стали бороться за то, чтобы их обогнать. Просто пошли за ними, технично тренируйтесь. Ну, как вы? Один спрыгнули в эту речку. Да. Я даже Олег сверху висел, переживал, выйдет что... оттуда или нет. За нами китайцы по вашим следам. Да, что... И все, сели в реке, и еле вытащили, похоже, что мотор кончился. Вам просто повезло. Там перед населенным пунктом была река, ну как степные речки. Они их не видно, какой-то. Мы вплотную подъехали уже к обрыву. Уже что, заднюю давать и так далее. Вперед спрыгнул. Раз туда и все. Нормально. Ну там реально вот такие валуны были. Валуны как триалку. Там раз, выскочили. Тяжело было, у нас наполовину вода кончилась. Вообще, стеклоочистители не работали. При каждой луже тормозили, потихонечку проезжали. Оттормаживались.
доехала? Очень приятно быть на биваке, уставшим, измотанным, невыспавшимся, голодным и счастливым. День был суровый, сложный. Сегодня нам этап Астана-Балхаш просто преподнес гору сюрпризов, и все сразу. Как всегда, все хорошо до тех пор, пока не влезли в родной, любимый Солончак. Как врюхались в Солончак, прям по самые уши. Сели, всю платформу утянуло в Солончак и остались там. Сегодня было с чем поработать, но мы на позитиве. Мы такие довольные, что сегодня все приключения собрали воедино. Мы на финише самого длинного дня гонки. Где-то приятно, где-то не очень. Стартовали мы очень хорошо. Была готова машина, были готовы мы. Начали динамично, сделали несколько обгонов ходовых. А потом километров через 100 у нас потек амортизатор. В машине появился запах солярки. Ну, мы подумали, может, там в баке что-то плеснуло. Не стали как бы там концентрироваться, поехали дальше. А за 22 километра до финиша машина вообще встала. Как оказалось, потом при осмотре сорвало патрубок обратки топлива. И за эти 80 километров его просто выгнало все. И у нас кончилось топливо. Это был самый сложный день пока что шелкового пути, потому что он был длинный, он был забористый. Нужно было постоянно ехать влево, вправо, по различным кочкам. Огромные клубы пыли, крайне сложно обгонять. Мы устали. Я вылез с машины и только сейчас понял, что я даже лицо не вытянул. Это было трудно. У нас были некоторые проблемы технические, но мы финишировали, мы в гонке. Вся гонка еще впереди. Мы всем покажем.